Если Брест, то зеленый, если проспекты, то широкие, если дороги, то масштабные, если советская, то фонтан. Согласитесь, открытие этой достопримечательности получилось одним из самых масштабных мероприятий тысячелетия по количеству участников и зрителей. Да, время прошло, однако его популярность остается такой же. Здесь всегда есть место тому, кто хочет побыть наедине со всеми. Фантастика! Брест, конечно, постарался. Преобразился очень сильно, очень все красиво, достойно, приятно гулять. Ну, хочешь, восхищаешься городом? Очень все красиво. Деткам нравится посмотреть. Вот у нас маленькие, ему еще трех нету. Ему все интересно такого плана. Это очень красиво, оживленно, свежо. Детям нравится, они всегда просят меня прийти на фонтан полюбоваться. Нравится, что здесь фонтан, потом еще будет музыкальный на воде. Посмотрим, будет интересно очень. Бьющие струи фонтана бурлят, словно жизнь современного человека. Большие и маленькие потоки воды сменяются так быстро, как пробегают годы и десятилетия. Этот воодушевляющий ритм завораживает и успокаивает, давая каждому из нас возможность понять – жизнь продолжается. Город развивается, инфраструктура расширяется. Сегодня уже сложно вспомнить, какой из фонтанов появился на карте областного центра первым. Но каждый, абсолютно каждый, достоин внимания. В будние дни фонтаны работают с 17:00 до 21:00. В выходные дни работают с 10 до 22. Отличие имеют только два фонтана. Фонтан на улице Советской и плавающий фонтан, который будет. Так как они с подсветкой работают все, то они работают на полчаса и на час больше. Фонтаны – это украшение города, и сами понимаете, когда тепло, фонтан работает, это место притяжения граждан. Сегодняшний фонтан – это сочетание высококачественных материалов и передовых технологий. Это сложно программируемая феерия замысловатых водных струй, подчеркнутая яркой подсветкой. Фонтан не просто в эксплуатации, но его красота завораживает. Сегодня они появляются не только на центральных городских площадях, они украшают спальные районы, становятся местами притяжения для сотен горожан. В жаркую погоду детям очень хорошо, и взрослые могут вот посидеть, отдохнуть. Те же пожилые люди. Очень хорошо. Год от года туристическая карта то и дело пополняется новыми интересными фонтанами. Они притягивают к себе отдыхающих, они удивляют своим многообразием. Они живут, даря урбанизированным улочкам что-то естественное и природное. Вода – как живой источник силы и вдохновения.